Дело все в том, что здесь уникальное покрытие, которое, внимание, использует именно компания Джарко. Роликовый накат. В чем его преимущество? Рассказываю в отличие от других. Прямо в прямом эфире. Я делаю вот такое прекрасное блюдо. Добавляю немножечко алкоголь и поджигаю. Обычно, когда ты делаешь с какими-нибудь другими сковородками, что у тебя происходит? У тебя антипригарное покрытие отдельно. И, к примеру, допустим, сам продукт отдельно. Жарится антипригарное покрытие, да. И потом выбрасываем. Рассказывай, в чем преимущество. Роликовый накат – это запатентованная технология. Здесь нет никакой краски. Здесь ролик наносят в 5 слоев. Значит, эта сковородка прослужит вам в 5 раз дольше. А теперь показываем результат. Казалось бы, если это обычная сковородка, что происходит? У вас происходит следующее, что у вас сходит антипригарное покрытие. Но я обжарил, сделал фламбе, выкладываю курицу вместе с овощами – а теперь прямо буду показывать в прямом эфире чистоту нашей сковородки. Смотрите, казалось бы, есть небольшие загрязнения. В одно движение я протер, и наша сковородка из нашего набора, напомню, что вы получаете и сковородку, и ковш, остаются чистые. И да, это целый набор, который можно одним разом протереть, и даже особо и мыть-то не нужно. Вот подумайте сейчас внимательно, когда вы готовите вкуснейшие стейки, мясо, овощи, неважно, и потом вы замачиваете сковородку, потому что отмыть все, вот это вот то, что пригорело, с первого раза невозможно. Это сигнал, что нужно поменять старую сковородку на новую.